Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». И сегодня у нас не совсем обычные гости. Это дрессировщик попугаев Владимир Городецкий. Здравствуйте! И его команда. Здравствуйте, Владимир! Ну, наверное, представьте остальных членов нашей беседы. Вот это вот наш кокоду Маркуша. Он самый взрослый у нас, ему уже 18 лет. Это попугай Ара. Это вот сине-желтый Флинт и зеленокрылый Ара, это Джек. Вот, все они артисты, все они работают у нас. Что ж, очень приятно с вами со всеми познакомиться. Владимир, у меня к вам такой вопрос. Мы, у нас в гостях очень часто бывают дрессировщики. Были дрессировщики тигров, медведей, а вот дрессировщик попугаев впервые у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, как получилось, что вы выбрали для себя такую профессию? И почему именно попугаи? Попугаи, ну, потому что это мечта детства была. С детства мечтал иметь большого попугая. Но так как это вот очень-очень такое дорогостоящее предприятие, чтобы его заиметь, ну, все время не получалось. Все время были рыбки, птички, собаки, голуби, кошки, я не знаю, в доме все, ящерицы там, ежи, ужи, по сезонам все это жило. А вот попугай всегда мечтал. Ну, мечта осуществилась уже в очень зрелом возрасте, уже когда не просто женился, а было уже двое детей. Мы на Украине получили в наследство дом, продали дом и купили первого попугая. И сразу начали его дрессировать? Нет, не то, что дрессировать. Ну вот это же надо что-то понимать в этом. Нет, не дрессировать, воспитывать. Воспитывать. Я и сейчас их не дрессирую, я их воспитываю, я их приручаю, я их пытаюсь, чтобы они не кусались, вот, чтобы они ко мне относились как к папе. В принципе, они так все и считают меня папой. Вот от этого мы как-то с ними и живем. Ну а в цирк как вы пришли? Пришел артистом, жонглером, эквилибристом на одноколесном велосипеде. Потом с женой мы сделали пару на моноцикле на одноколесном велосипеде. Потом около 20 лет жена работала с голубями, дрессировала. Вот это нам помогло. И после этого вот нам легче уже было работать с попугаем. Мы ваши номера видели, когда были на премьере. Mm-hmm. Но, может быть, кто-то из зрителей еще не успел дойти. Пожалуйста, расскажите, что могут ваши воспитанники? Ой, это сложно рассказать. Они могут все. Особенно вот Маркуша наш. Все трюки, которые я там придумываю, ну, трюки придумывались от образа, если вы заметили, да? У меня пиратский образ, и мы отошли от классической дрессуры. И как-то от этого образа и придумывали трюки там, и жонглирование, и на пистолете вертится. Ну вот там есть трюк, где у нас вот Флинт стоит на голове, стойку делает, помните, да? Жонглирую я вот такими двумя попугаями. Ну, в общем, сюжет такой номера, я играю с ним. Я выхожу, поигрался, вот они со мной поигрались, и так вот так вот мы все и делаем. А сколько у вас всего артистов? 9. 9, и все работают. Все работают. Ну, расскажите, как вот становится возможным, что попугай... Я, если честно, была поражена, удивлена, когда увидела, как попугай кувыркается, как он палочку в лапках перебирает. Ариша, Маша. Это вот такая же только девочка, этот мальчик, а там кокоду у нас девочка Ариша. Ну вот это все из их, из то, что это им свойственно в природе, понимаете? Вот эти кувырки, вот у них клюв, если там вот я беру за клюв, да, и вот там вертится, да, некоторые говорят, они больно, им не больно, нет, им не больно. Почему? Потому что клюв у них – это третья лапа.
Вот. Это настолько сильный у них. Поэтому им, для них это совершенно безболезненно. И вот так вот и с Аришей получилось. Ну, как-то вот она раз пошла, она начала делать вот эти кульбиты. Переворачивалась и лежала на спине. Это ей нравилось. А если это ей нравилось, мы закрепили просто. Теперь она это делает по команде. Вот, палку крутит. Ну, это уже, это долго, долго мы, конечно, пытались это сделать. Ну, видите, отрепетировали. Особенно долго мы репетировали стойку на голове. Вот это было, особенно с первой птицей. Около 2 лет я репетировал этот трюк один. А потом уже вот он уже второй исполнитель этого трюка. С ним уже проще было. Я знаю, что у вас попугаи разговаривают. А можно попросить Маркушу что-нибудь сказать? Можно. Маркушенька, скажи, кто я? Я папа. А как тебя зовут? Маркуша. Маркуша, птичка. Да, молодец. Владимир, а вы понимаете? Все, ты молодец, конечно. Вы принимали участие в каких-нибудь международных цирковых фестивалях? Нет. Нет? Нет, не принимал. Понимаете, этот номер сделался не так давно. Вот, номеру, ну, где-то 6-7 лет. Получилось, что мы как-то вот уже стали цирковыми пенсионерами, когда жена вот уже на пенсии, мы уже сделали этот номер. До этого-то мы были эквилибристы, акробаты, жонглеры в цирке. А вот, поэтому мы не принимали никаких. Уже по возрасту. Ну, цирк, он для молодых. И все эти конкурсы, это для молодежи. Понимаете? Ну, уже у вас в таком возрасте... такой необычный, такой восхитительный номер. Неужели не хотите попробовать? Ну, наверное, нет смысла. Нет смысла, я не знаю, работой мы обеспечены, реклама какая-то дополнительная нам не нужна. Вот, сейчас мы здесь работаем, в прекрасном коллективе у Корниловой. Уже почти 2 года мы в ее коллективе, и не хочется никуда ехать, ни в Европу, ни за границу, никуда. Наверное, у каждой птицы, да, свой характер. Да. Расскажите вот о тех, кто здесь сегодня присутствует. Ну, вот Маркуша, он лидер. Он лидер. Вот. Все трюки, которые я репетирую... Давайте я его возьму, наверное. Не бойтесь. Вот. Все, что я репетирую, я сначала делаю с ним. И он мне на своем примере показывает, как это делать с другими птицами. Это мой первый помощник. Вот. Он себя звездой считает, это точно. Вот. У него такой характер, он лидер. Этот такой вот, он медлительный, он такой вот, он у нас барин, он такой вот, знаете, вот, он тоже любит ласку, чтобы папа его потрогал, там, почесал где-то. Ну, они все так любят, вот. Этот холерик, у него такой характер, он такой быстрый, он такой прыткий, он, знаете, он может сам сидеть, закричать, испугаться, полететь сам себя, вот он такой. Вот он такой. И все сине-желтые, в принципе, все такие. Зеленокрылые, они вот спокойные все, да, спокойные такие, хорошие. Вот. Еще у нас есть красные ары. Вот в конце номера, если вы помните, я запускал, они летали вдвоем. Вот это вот братик-сестричка. Это красный ара Макао. Это очень, очень редкая порода. О, полетел. Вот. Вот такие вот они все. Все разные. Все, не бойтесь. Я не боюсь абсолютно. Вот такие они у нас все. Вы уже несколько представлений в нашем городе у вас уже прошло, да? Какие у вас впечатления от зрителей, от публики? Вы знаете, только положительные. Очень теплый прием, очень приятно, что полные залы у нас проходят. Зритель очень тепло принимает, очень. Просто каждый трюк, они аплодисменты, и, в общем, очень здорово. Такой зритель, я уже давно такого зрителя не видел. Ну, я напомню, что у нас в гостях Владимир Городецкий, дрессировщик попугаев. Его и его команду, а также других замечательных артистов вы можете увидеть в программе «Карнавал слонов», которая сейчас гастролирует в нашем Рязанском цирке. Большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Было безумно интересно с вами пообщаться. Взаимно. Я надеюсь, что не в последний раз. Маркушенька, давай всем пока-пока. Пока-пока. И приглашаем всех в цирк. Да? Вот ты умница моя. Дай папа посмотреть. Да. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках.